Ой, красиво! Вот это крутит! Скорость, дебели! Ой-ой-ой! Вот это мега взрыв! Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Серега, Гуф, Чебузаврик, Роман, Васаби Скромник, Делайт, пацанчики, поздоровайтесь! Всем приветики, мальчики! Сегодня мы играем в Гаррис Мод, и ролик, который мы запускали, аниматроников и всякие машины в космос, набрал больше миллиона просмотров. Если пять, кушайте, приятного аппетита, а мы сегодня будем запускать все и все предметы в космос. Погнали! Ребята, напишите в комментариях, как вы думаете, поднимет ракета эту военную машину? Погнали! Серега, ты готов? Да, я в машине. Подняла! Подняла! Смотрите, полетела! Но немножко не туда! Серега, как там дела у тебя? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ладно, пацаны. Вот эту машину будем запускать. Раз. Раз. Так. А я саду, смотрите, на машину. Alt-E. А, не могу. Я запущу ракету. Давай, я за рулем буду. Дим, я к тебе. Готовы? Давайте, давайте, пацаны, садитесь. Сейчас будет весело. Я с вами. Давайте, давайте. Летите. Ну что, полетели. Мы летим, мы летим. Офигеть. Серега, мы высоко улетели? Ах ты, ё-моё, колеса попробивало. Ух ты, вот это осколки были жесткие. Дим, мне кажется, мы чуть-чуть умерли. Так, хорошо, надо еще веревку немножко длиннее сделать. Давайте сделаем 250 на всякий случай. Так, Серега, ставь тогда свой тягач. Может, твой тягач поднимет тяжелую машину? Это надо направить машину, вы просто в стенку ударили. Да? Понял. Так, давайте тогда вот эту мы хотели машину поднять, тогда мы еще раз ее попробуем поднять. Так. И надо сделать так, чтобы я посередине... Во! Во! Так, хотя садитесь, оно только кажется так. Садитесь. О, я знаю, как я сяду, смотрите. Да-да-да. Во! Смотри, Серега, как я сел. Да, отлично. Он сел. Все. Погнали. Только придержи ее, чтобы она разогналась. Воу-воу-воу, летим. Серега, не так, надо было все-таки вертикально ее поставить. Чачи. Так. Готовы? Да. Да что ж такое, а? Ничего, 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 летите, летите. Я полетел. Оторвало. Блин, мне кажется, Серега, этот тягач не такой мощный, как та ракета, да? Не-не. А, не оба падут. Летит вниз. Я вижу, я вижу, я вижу. А ну-ка. Сейчас поставлю эту ракету. Мне кажется, эта ракета помощнее будет. Еще веревку длиннее сделаем. Вот так вот. Так, смотрите, Симфис. Ставим эту машину. Веревку. Ребята, кто хочет с нами записывать, ссылочка в описании, заходите на наш Дискорд. Серега, запускай ракету. Отлично, я сел. Только ровно, вертикально ставь, не надо ее наклонять. Во! Ну что, потянуло? Летим. Отлично. Вы сейчас в стенку врежетесь. Ну ё-моё, ну что она слабая такая? Нас крутит. Ой-ой-ой. Мы сейчас будем рэгдолл аниматроников запускать. Посмотрим, сколько поднимет штук. Так, Серега, ставь свой тягач мощный. Я нафигачу здесь аниматроников. Такого будем запускать. Разных. Так, я думаю, 5 штук поднимет. Как вы думаете? Должно. Спокойно, как это, семечки. Будет, наверное, весело. Думаю, штук 5. Да? Я просто резис. Так, Сережа. Вот, четко все посередине. Готов? Давай только я запущу. Заводи ее. Сейчас, подожди. Все. Не трогаем ничего, она сама полетит. Отрыв. Полетела, полетела. Ну, блин, опять в сторону почему-то. Да, хорошо, давайте вот эту запустим. Вот это намного мощнее. По любасу. Так, ставим аниматрон. Давайте сделаем сразу, создать с помощью инструмента. Дима, веревка порвалась. Вот вся от аниматроников. Да. А тут, вот они же, ты чё? Вот они, аниматроники валяются. Зачем еще? Вот? Пусть будут, Сережка, пусть будут. Сейчас полетят. Вот сейчас по-любому полетят. А если не полетят, я их заставлю.
Так, сделаем. Так, 500. Веревка 500 длина. Ну что? Делаем ставки. Полетит, не полетит. Не полетит, если все. Во-во-во-во, красиво, красиво, полетели. Ну блин, опять не туда. Жопа нам, пацаны, мы сейчас все сгорим. Прощайте. Хорошо, давай тогда, Серега. Во. Все, садитесь, пацаны. Да будет весело. Ну что, запускай, Серега, да, я готов. Да. Ну что, полетели. Сейчас точно полетит. Прям подальше камеру сделаем. Вообще на изично, смотрите. Ой-ой-ой-ой, ровно лечу, да, практически? Не. Ух ты, машина разлетела. Смотрите, как красиво осколки сделаны. Я так и не понял, почему она не летит? Она же в тех сериях поднимала, помнишь нас? Под навес, может, немного надо брать. Нет-нет-нет, я знаю, что надо сделать. Мы просто тогда поднимали, наверное, легкие предметы, да? Ну да, можно и так сказать. А давай попробуем поднять вот такую вот машину. У нас же есть машины с разного. Во, я и тысячу лет не вспомнил, аж прогрузилась. Так, так. Так, Серега, запускай. Может, я жирный? Давай, гони, Дима. Вперед. Не-не, я тебя переверну. Я наоборот под ней встану. Подняла? Ну да, и ты сейчас зарешься. Ну что, Серега, я готов. Полетел, Дима. Красиво? Ой, Серега, что-то ты профессионально запустил меня. Так, я сейчас сделаю немножко веревку длиннее. Давайте мы сделаем вместо 500. Делаем 700. Не, ну я еще так не готов, конечно, но сейчас проверим. Так, ставим бомбу. Есть. Сейчас стул. Вот стул. Давай стул. Так, веревка подлиннее. В самый низ просто вот так, да, что... Ого. Погоди, а я, наверное, не то увеличил. Увеличил ширину. Ага, я увеличил ширину. Я немного подальше ее поставлю. Да. О. Готов, Дима? Да, полетели. Отлично. Дело, высоко вот полетел? Да. Ой, ребята, вот это я оторв... Вон он, я вижу. Надо было тебя немного, знаешь, это... Да. Красиво лечу, я как метеорит на стуле. Я тебя не вижу. Или вон он. Я все, да, я уже... Я здесь, пацаны, сгорел. Я с вами. Дим, ты чуть сгорел. Да, ничего страшного. Давай побольше сделаю, чтобы люди садились. Давай. А я веревкой давай всех скрепляю. Чпонь. Чпонь. Зачем ракету нужно? Чпонь. Все, летят, пацаны, закрепил. Бросай. А давай не закрепил. Блин, смотри, как четко полетело. Может, сначала ее притормаживать, давай, чтобы движки разработались? Ой, красиво, как метеорит летит. Кабум. Бум, вон пацаны летят. Я вижу, как твоя жопа горящая летит. Так, Серега, теперь мы запустим еще что-то очень классное. Ядерку. А давай посмотрим, что будет. Она ее зацепила, тащит. Смотри, как хорошо полетела. Ой, красиво летит. Ой-ой-ой, мы живы. Что-нибудь получше ты хочешь? Да, вот. Давай. Блин, он не поднимет. Да проверим. Поднимет. Сейчас, короче, движки разработаются, и я ее потом брошу. Пусть она заработает. Так, полетели. Все, ждем. Сейчас, когда... Стой, ракета, не лети. Сейчас, движок разработается, дым пройдет, и тогда мы бросим. Все, давай уже, сейчас у нее топливо закончится. Да там много топлива. Ой-ой-ой, как ей тяжело, Серега. Ну тащит. Нет, вниз. Ой, блин, на пацаны жопа. Нам хана. Бум. Блин, это круто. Ой, так, пацаны, возьмите кто-нибудь пилпак аниматроника. Так, надо робота? Стул взять, стул. Транспорт. Пилпак аниматроника? Да. Садись на табуретку. Я сажусь. Во, сейчас ты будешь наказан. За то, что ты себя плохо ведешь, мы тебя отправляем в космос. Прощай. Поднимет Фредди или нет? Легко вообще подняла, Серега. Ну что там, как впечатление? Я вижу. Бум.
Вон Серега летит, смотрите. Ну что, Димас, нас больше. Я вижу, я вижу, толстожопый летит. Фредбер летит отомстить это плохим дядькам, которые запустили его в космос. Не надо, не надо. Так, запускаем вот такую теперь бомбу. Это... Кто хочет отправиться на стуле? Я. Да. Давайте. Давай. Серега, готовься. Я готов. Нажать. Давай, садись. Готовы? Да. Полетело. Ой. Ё-моё, стойте, удаляй всё. Ёлки-моталки, чуть не случилось горе. Ничего, я предотвратил. Я предотвратился. Так, ставим бомбу. Раз. Никто ей ничего не нажимает. Что? Движки не прогрели, Дима. Да, я ж забыл. Так, давайте. Раз, стульчик. Два. Три. Дим, я только арендовал целую планету, ты ее уже чуть не взорвал. Ой. Я на ракету сел, Дима. Серьезно? Я активировал. А как ты так сделал? А ты на бомбу сел. Так, садите, садите. Я продолжу заметить. Летит, 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 ждем, ждем, ждем. Раскачекарятся движки. Готовы? Да. Отлично, ребята, получается бомба. Ой, как красиво полетели. Они вниз летят. Живы останемся. Ух, по ушам как бьет. Блин, пацаны, вы живые остались или где? Нет. Вон мой кусок мяса летит. Так, теперь я хочу полететь. Так, ставлю стулья, садитесь, кто хочет. Сейчас у нас будет путешествие в одну сторону. Короче, горячие путевки. Горячие путевки. Да. Ну я не знаю, куда хотите, пацаны. Хотите в Египет? Я хочу на Мальдивы, Дим. Все, будет в Египет. Да. Блин, веревки такие толстые выглядят, хотя всего лишь увеличил. Давай я прогрею движок. Подожди. Я ж хочу на бомбу сесть, как и ты. Так, а какую бомбу мы отправим? Я на ракету сяду. Давай. Я дождусь, пока это ты ее закрепишь. Я ее вот это. Я смогу вообще на нее сесть, мне кажется? Я смогу сесть на бомбу эту или нет? Да, смогу. Нет. А эту не поднимет, она толстая. Возьми поменьше. Во! Отличная бомба, она красивая очень. Я сам активирую ракету. Да, я сейчас сяду когда? Если я смогу на нее сесть. Да, Сережечка. Целься на нее, прям вот на такое место. Только не прыгай на нее, а то взорвется. Да. Сейчас. Во! О, ребята, я сел на бомбу. Да. Только прогреть движки хорошо, прям секунд 5. Так, ждем, чтобы тяга набралась, ребята. Сейчас будет эпик. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся снять что-то эпичное. Все, давай. Ой, красиво! Вот летите, это крутит! Скорость дебели! Ой-ой-ой! Вот это мега взрыв! Ребята, мы решили запустить очень тяжелый танк. Это будет эпично. Так, разгоняем ракету. Запускаем тяжеленный танк. Ой, приподняла! Тащи! Да ладно, приподняла тяжеленный танк! Ой-ой-ой, что-то не туда налетит. Доставка танка неудачная. Дим, я знаю еще более тяжелый танк. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрим мои ролики еще. Короче, взорвал всю вселенную. Сейчас.